это быстрее. Это быстрее, ребят. Добрый день. Витаем вас. Как преступление Российской Федерации. Боже, как я рада вас бачити. Хайруллина Василина Миколаївна, директор школи, татарка. Татарською говорила, зараз вже ні. Ходи, Хайруллина, друга теж. Лінієчкою попробуйте ще. Оце ж вона. Там лінію зробила. Дайте лінію. Бачите, дайте лінію. Лінію подайте. Будь ласка. Не треба. Метр від кабіну, будь ласка. Метр від кабіну. Все ні, все ні, все ні. Давай, землю виходимо. Там работает. Выборы имеют для нас существовать. Одним из доводов Путина было то, что якобы у нас нелегитимное правительство. Хотя это, конечно, ерунда. Правительство у нас было избрано Верховной Радой, которую никто не разгонял. Но тем не менее, это будет дополнительный аргумент. Жаль, конечно, что в некоторых восточных областях, пресеченном виде, там не полностью, в Донецке, может быть, 20%, в Луганске еще меньше. Но в целом, я думаю, более 50% проголосует, это достаточно. То, что участие в выборах – это одно, это выполняешь свой гражданский долг, как ты влияешь на в какой-то мере на дальнейшее развитие своей страны. А то, что соотечественники оказались в таком положении, в каком они сейчас, но я все-таки надеюсь, что это очень временное явление, и что снова Крым будет в составе Украины. Ну, я думаю, многое может измениться. Во-первых, в плане укрепления стабильности, я думаю, изменится. И мы, я думаю, изберем очень достойного президента. Среди кандидатов здесь очень хороший и достойный. Спасибо. Спасибо. Спасибо.